Приветище, это Нэк 2, глава 10, часть 1, полуночный визит. Мы пробираемся в гости к Катрине. Держись подальше от лучей. Если попадешь в них, пробраться незамеченным не удастся. Откуда знаешь? Ну, скажем так, испытал на себе. А если бумерангом их? Блин. Опс, что произошло? А, назад. Не, бумеранг нам тут не помощник, это точно, однозначно. Окей. Напоминаю, что Катрина — это бывшая Райдера. Ранее мы с ней враждовали, но потом Райдер, типа, закадрился с ней. Там любовь, морковь, все дела. И сейчас, ну, у них не все получилось гладко. И видишь, они теперь как бы расстались, бывшие они. Старые наши друзья. Поможешь, Нэк? Конечно, помогу. Опля! Оп. Быстренько. С двух ударов. Уклоняясь от роботов, вспоминаю, как впервые пригласил ее на свидание. Сейчас он нам всю подноготную расскажет, Райдер. Как у них там что было? Скатываемся, да, по всей видимости? Чётенько. Как ниндзя. Эй, осторожнее. Так можно кого-нибудь поранить? Прикинь, чтобы к Катрине в гости зайти, Райдер постоянно проходил вот эти вот ловушки. Это очень смешно. Конечно же, он приноровился уже, наверное. После третьей попытки зайти в гости к Катрине, она взрывалась патрульными роботами. Третьи попытки? А может и пятый. Точно не помню. Да, там... Катрина, конечно, вообще безбашенная девчонка. Куча дронов, куча роботов тут напихала, чтобы Райдер к ней не пробрался. Видимо, Райдер там сильно накосячил и выбесил ее. Бежим. Снова куча роботов. А тайнички-то будут? А, набиваю, смотри. Воспоминания, да? Чисто случайно из-за вот этих лазеров я пробрался к тайничку. Ну, ладно, тайничок я собрал, можно дальше шуршать. Погоди, вот сюда. Отлично. А там может тайник? Не. Там тайника нет. Я могу кидать... я могу передвигать это все дело. И вот так вот прятаться. Ну, кстати, прикольно. Кстати, неплохо. Очень дельно. Потащили. Не бойся. Потащу здесь. Ага. Вон там вот можно запрыгнуть куда-то. Наверное, это мы и сделаем. Потому что тут больше как бы некуда. Вот, янтарчик еще заберу. Отлично. Показывает мне, что тут тайник есть. Наш искатель тайников. Сейчас попробуем туда пройти. А, нет, надо по-другому сделать. Смотри, вот так вот подтащим сейчас. Опля! Ну что же? У нас сейчас будет здесь. А здесь у нас аквамарин и аквамарин. И как бы все. Дайте мне счетчик комбо дособирать. Ну пожалуйста, ну что это за мучение? Ладно, нам еще 5 аквамаринов, да, и у нас. Далеко еще до башни. Мы половины пути не прошли. А дама настроена серьезно. Короче, у нас еще 5 аквамаринов и будет новый скин Нека. Ух ты. Мы вышли из бухты. Ух ты. Черт. Отлично. Фух. Жучочек, намекающий нам, что тут, возможно, где-то тайничок. Но я не думаю, что он тут есть. Нэк, роботы запрограммированы против меня. Они против вас. Уходите, я догоню. Ладно, береги себя. Ну, он уверен так, что против него? Ну, раз он так уверен, то окей. Мы пойдем. Да ептить, колотить. Релектики месить. Но еще и зеделяты такие. Надо аккуратнее, а то сейчас полноги... А тут еще шустрее, да вы издеваетесь. Это чисто... Прикалывается надо мной Катрина, наверное. Неужели Райдер такой ушлый был? Хорошо, я сейчас вот так вот попробую пролететь. Просто безумно. Да он тут космос.
Вот еще реликты. Тихое местечко. Если забыть о роботах-убийцах и прочих радостях. Ну да, здесь очень тихо. Роботы в этот раз даже не реагируют, они вообще на меня ноль внимания. А, вот нет, среагировали. Роботы сообразили, что мы заодно с Райдером. Ну вот. Это... Подойди сюда. Да не... нет, я вот так вот хотел. Иди сюда. Вот сюда, за куточек зайди. За куточек. Ну давай постреляем тогда. Стреляй в меня. Ох, какой-то дерзкий. Не успел, не успел. Ну подойди ты. Вот теперь иди сюда. Смотри-ка, его так не получится. Тогда я буду издалека тебя кулаками. Один сдох. И минус три. Все, всех вынесли. Боевые роботы с лезвиями вместо рук. Ничего особенного. Да, всего лишь подумаешь, они охраняют Катрину. А мы к ней в гости пытаемся зайти. На чашечку кофе. Готов. А сколько здесь тайников? Два. Ребята с крутящимися лезвиями. Один отбил. Ну, вот еще один отбил. А тебе достанется сейчас нюхачу. Ой-ой-ой, подожди, назад. Не знатненько так досталось. Ну же. Есть. Сработал апперкот. Здесь вроде тишина. И искатель тайников не пищит. О, стой, дружочек мой. Золотистый жучочек с огромным количеством опыта. А, я сверху не увидел. Капец, зачем столько роботов? Ну вот зачем, Катрина? Скажи, пожалуйста. Неужели Райдер тебя так насолил прямо? О, погоди, вот сюда вот можно сходить. Жалко, конечно, что бумеранг тут не работает. Мы прямо как шпионы. Да не говори. Я понимаю, наша жизнь висит на волоске, но... Да балденно. Ничего не сказать. Ну я тут, наверное, не пройду, да? Нет, я тут не пройду. Тогда нам нужно идти вот сюда. О, а что там? Там опыт, кажется. Ну, уменься. Стань меньше. Вот. Давай. Теперь нам вот сюда. Только плохая затея. Нам нужно взять там коробочку. Они по часовой стрелке тут. Точнее, против часовой гуляют. Вот эту коробочку надо взять. Пошли. Черт. А чё, я туда теперь зайти не могу? Хотя, странно, очень странно, я хочу тебе сказать. Почему я туда не могу зайти? Опля. Делаем. Как-то надо так очень аккуратно это все организовать. Нет, я тут не пройду. Пока, короче, красная волна, я не могу зайти никуда. И пройти, это своего рода щит. А, и дальше тоже не могу. Хитро. А, смотри, нам не здесь нужно. Нам нужно вон там. Вот сюда потащу я тебя, спрячусь. Все, гладко. Пока здесь оставлю, хочу вот сюда заглянуть. Ага, вот тайник. Еее. Кстати, когда я рядом с ними янтарь бахнул, они немножечко оглушились, на секунду буквально. Эти дроны. Итак, 4 аквамарина осталось. До нового скинчика. До нового аквамаринового нека. И... Ну давай, тиси отсюда. Тиси. А мне куда теперь? Как мне здесь пройти? Сюда, наверное, да? Возьму-ка я тебя с собой. Это разобьем, а там ничего, собственно. А, нет, там реликтики были. Не зря разбил. Лукас, я тебя прикрою. Черт, не прикрою. Это со мной. Вот так вот. Все, дальше, я думаю, нам это не пригодится. Попригали. Оп. Надеюсь, Райдер в порядке. Да с ним все нормально, не переживай, что ты. Мужик ее из лавы вытащил. Как-то выкрутился там. А с женщиной подавно разберется. Что ты, с девушкой.
Как мы быстро здесь перепрыгнули, и на это-то плохая идея, это плохая идея. Ай-яй-яй-яй-яй, у меня сон. Да. Ладно, я учту. Я учел вот этот нюанс. Вот так вот мы сейчас сделаем. Опля. Я еще туда хочу. Там вон янтарь есть, там коробки есть. А можно вот так вот сделать, слушай. Чтоб не париться. Осталось совсем немного. Че вас здесь так много? Держите вихря. Развихрячил их тут всех. Бинго! А я думал, что я буду делать сейчас с этими роботами? Дядя! О, дядька здесь. Целёхонький, я ж тебе говорил. Я б туда еще за решетки сбегал. Все, ее нет дома. Пошли. Дядя. Посерьезнее, ты постучи. Повторяю, Райдер. Пошел вон. Вы слышали? Серьезно, что случилось? Видимо, придется прорваться силой. Спасибо, Нак! Мы будем ждать вот здесь! Глава 10, часть 2. Воссоединение. Сундуков 3. Целых 3 штучки. Так, я сделаю так. О, и тайник сразу где-то здесь, под боком, вот прямо. За коробками, скорее всего. Ой, ё-моё, вы-то тут откуда взялись? Дайте мне в тайник зайти. Нет, здесь нету тайника. А если я вот сюда встану? Ага, крюки, это крюки. Вот, я зацепился и опустил. Р1. А, вон оно что. Нифига себе, они придумали тут. А, я и управлять могу этой штукой? Да вы что? Нифига себе, взял за крюк и можешь управлять этой штукой. Вот он тайник, оказывается, где был. Наверху все-таки, я оказался прав. Что же там, еще аквамари? Ну давайте, засыпайте меня, топос. Я оказался предсказуем, да? Насчет аквамарина. Еще и аквамарин нам так просто не дадут дособирать. А-та-та. А-та-та-та-та-та-та. Можно я возьму... А, он улетел обратно? Ну чё ты улетел-то? Лазить... Погоди, а если я другой возьму? А, нет, я вот на этом еще не летал вроде. В принципе... Ну, хотя... Ладно, все. Я просто думал, что на них можно летать безгранично, но у них есть ограничения. Они в определенном поле летают. Вон туда могу, смотри. Вот, я тут, конечно, нажму сейчас. Вот. Ну а теперь пошли сюда. Нам сюда и нужно было. Опять какие-то шпионские игрища. Даже в любовных во всяких историях Нек выручает. Не Лукас, а Райдер. Райдер будет у нас в большом долгу, я тебе хочу сказать. Ага. А если я на том полечу? Куда он меня отведет? Покажи, куда ты можешь меня... Он может меня вот сюда вот. И там я видел жучка. А жучок вон он. Я его сумел сбить. Ладно, самое важное это вот что я сделал. Это поможет нам туда добраться. Ой-ё, а насколько высоко мы будем туда взбираться? Скажите мне, пожалуйста. Опля. Я уже вижу, что там дроны стоят. А то я уже заскучал прыгать над пропастью. Готов? Нет, это... Вот! Та-та-ля-та-ля-та-ля-та! Здорово! На тебе! Разорвал! Нет, ты не сможешь меня! С ноги! Разбежался, размечтал. С ноги он меня хотел втоптать. Ой, какая ты борзый. Щит! Мимо! А теперь я с мега-ударом своим. Выхватила. Это я еще тебе не показывал у ворот. Кстати, у ворот и... Вот, вот. Я про ворот и вот вихрь забыл. Ворот и вихрь. Хорошо.
Размялись немножечко. Кунг-фу показали самому себе. Там снова робот. Нет, хватит уже электричества. Ты брось. Брось эту каху. Опять? Сколько можно-то? Туда за стенки вывалился. Я вижу наверху робота. Внизу один робот. И киборги бегают там. Три штуки. А, ты можешь сверху на них напасть? Слушай. А, спасибо, спасибо. Мечи, вихри. Бах, 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 бах. Когда мне подарят взрывную волну, а? Вот сюда можно сходить? Точно? Нет, я туда не пойду. Я хочу наверх спрыгать. Там какой-то тайничок есть, кажется. Если я не ошибаюсь. Оп. Оп. А, ну тут закрыто. Ну, зато за опытом сходили. Не страшно. Ничего страшного. Вы можете получить новый навык. Ну, давай посмотрим. Значит, новый навык. Здесь шестерку талантов. Удар ногой с разворота. Вот, я вот это вот хотел сделать, когда уворачивался. Ну, кунг-фу самому себе показывал. И да, она открылась наконец-то. И что же у нас здесь за талантики? Вы открыли для себя путь мастера. Я теперь мастер. Кунг-фу, видимо. Кунг-фу панда. Удар при подтаскивании. О, выглядит, кстати, круто. Потащил и сразу ему наковылял. Классный удар. Тоже два таланта нужно сюда. Удар ногой при подтаскивании. Ага. А что-нибудь крутое будет? Ускорение атаки, ну это понятно. Ускорение атаки ногой, ускорение... Двойной удар бумеранга. О, вот это классно, хочу. Ускорение бумеранга. Ясно. Ну а это нужно все открывать, хотя вот это открыто, смотри. Увеличение радиуса поражения пупкового удара. Оу, о чем я просил, собственно. Потому что мне не хватало радиуса, и теперь мне дозволено это прокачать, и будет офигенный пупочный удар. Пупочечкин. Пупопочкин. Ладно, все. Все. Где мне тут лучше пролезть? Скажите мне, пожалуйста. Куда мне залезть? Куда мне пролезть? Может, вот эту кнопку нажал? А, все понятно. По кнопкам надо фигачить. Угу. А можно туда вон, к этому? Я хочу вон то взять. Мне вот это очень нужно. Вот. Без этого я дальше не пройду. Некспион возвращается. Как специально для меня держали эти кристаллики здесь. Че, трансформируемся? Я сейчас тут все смотрю. Нек, невидимочка, снова здесь. И наша няшечка. Мне теперь ни шиша не будет. Кстати, тут тайник может быть... Оу, по нам стреляет. Сколько опыта, давай-ка возьмем. Я, конечно, могу сделать вот так вот. Один готов. И второй готов. И теперь можно спокойненько бежать. И не париться на этот счет. Что меня кто-то может подстрелить. Это лифт? Тут два лифта. Можно сломать? Нет. Я надеюсь, что я не пропустил нигде тайник. Он где-то тут должен был быть. Но детектор вроде не пищал. Либо я просто не услышал, не увидел его. На второй этаж. Если это второй этаж, конечно. Башня, тебе хочу сказать, очень огромная, очень здоровая, большая. Так что взбираться наверх нам еще, ого, сколько нужно. Такие взяли, спустились на грибочечках каких-то своих летающих. Ты видел, какой здоровый? Я тебе могу... Блин. Но успел зато. На тебе. Охладись, дружок. Куда ты меня поднимешь? Ага. А другой куда поднял бы? Зачем их два? Вот я не могу понять, для чего их два делают. Типа, может, сюда съездить куда-то надо? Кстати, да. Кстати, да. Есть одна идейка. Если я вон туда спрыгну. А, нет, туда я не спрыгну. Я думал, тайник нашел. Ну, конечно, разбежался ты. А если вот так вот сделать? А-а. Все, тогда спрыгиваем здесь. Опля.
А вот здесь вот, а для чего вот, тут можно спрыгнуть, как бы, но зачем? Рубильник переключили. Снова маленький Нек. Эй, Нек упал. Ё-моё, я не заметил, когда реликты все осыпались. О-о-о, там, смотри, чёрт! Я снова упал. Такой подъехал незаметно и начал по мне стрелять. Откуда он вообще взялся? Вон он, смотри, опять сзади меня. Ты чё? По маленьким нельзя стрелять. Я могу обидеться и потом надрать тебе задницу, блин. Аккуратненько, аккуратненько. Ну, это нам не страшно. Реликтики. Сейчас я вам кунг-фу покажу. Ох, массовая кунг-фу. А пупочек, пупочек. Вот так вот. И еще так вот. Отлично. Все работает. Поехали наверх. Кажется, пока что тут нифига интересно. В плане тайников. Я уже предчувствую, что я пропустил один. Один точно пропустил. Сейчас я к тебе подойду. И размотаю. Где же тайник-то? Где я мог пропустить второй тайник? Вот в чем вопрос. Самый главный вопрос. Либо здесь очень длинная глава, вот эта, вот эта часть, я бы даже сказал. Здесь не проход? Нет, тут не проход. Мистер Бугай. Черт он. Да идти, мать, идти. Вот так вот. Все отлично. Еще выше поднимаемся, да? Во-во-во, погоди. Кажется, тайник. Хоть бы это был второй, тайник. Счетчик комбо, наконец-то тебя дособираю. Наконец-то, конечно же, его берем. По всей видимости, это последнее устройство, которое мне нужно дособирать, но это не точно. И это, да, я второй сундук где-то пропустил. Короче, пиши в комментариях, где я мог пропустить, где я его профукал. Ну, где я мог профукать второй? Его, видимо, здесь очень хорошо спрятали. И глубоко. Раз даже датчик не сработал, либо я на него не обратил внимания. Датчик тайников. Че ж ты мне так подводишь-то? Опа. Вот опыт. Какие огромные двери. Сейчас что-то тут будет. Ну, собственно, ничего. А, ну роботы здесь, как бы, да? Как бы роботы, больше ничего. Блин, пораскидывать бы их так быстренько. Все, отлично. А ну отошли. Знаешь, как комары какие-то. Вечно что-то хотят укусить, ткнуть своими иголочками. О, второй прибежал. Хо-хо-хо, зажали меня, как видал. Но так как я лежал, мне ничего не досталось от них. В плане урона. Нифига себе, ты видел это? Я кинул, короче, бумеранг и уменьшился. И бумеранг рассыпался. Из-за этого, то, что я уменьшился. Черт. Я вас буду вот так вот бить. Поворотами. А тебе бумеранг. С ноги. Оп, бля. Оп, оп. И вот так вот тебе с бумеранга. Готов. Раскидал. Когда уже части сменится? Наверное, сейчас. Катрина, нужно поговорить. Ни слова больше. Нек уже описал ситуацию. К счастью, у меня найдется пару тысяч охранных роботов специально для защиты от незваных гостей. Ты сейчас о Райдере, да? Да, я о нем. Еще пара нюансов, и они готовы вступать в бой. Каких именно нюансов? Доверьтесь мне. А это что за штука? Мой транспорт.
Ого, нифига себе, какие крутые штуки она сделала. Спасибо, Шарлотта! Катрина, жду тебя в Норклифе! Так, посмотрим, что ты можешь. Ой-ой, ну крутой, крутой. Не знаю, что там задумал Ксандр, но мне это не нравится. Похоже, войска Катрины готовы к бою. Мы с Неком проникнем внутрь и откроем дверь. Скажи Катрине. Да. Скажу Шарлотте, чтобы она сказала доктору, чтобы он сказал Катрине. Поговори с ней, дядя. Ага. На тебя же не натаскивали 1000 боевых роботов. Над горой поднимается дымок. Может, удастся пробраться по вентиляции? Глава 11, часть 1. Проникновение. И куда же мы будем с тобой проникать? Конечно же, к Ксандру, е-мое. Наковыляем ему за то, что он так вот нас подставил. Я думал, что мы вдвоем. Какой большой комплекс под деревней монахов. Ксандр хорошо постарался скрыть его от нас. Я думаю, что Ксандр, типа, ну, хороший чувачок. Если бы, конечно, не комментарии, которые все мне проспойлерили, да, сказав, что Ксандр это тот еще засранец, то я бы, конечно, до последнего думал, что Ксандр, типа, нормальный пацан. Но, как ты видишь, ну, как бы, ладно, Ксандр. Я, конечно, не думал, что подружка Лукаса, вот эта вот дочка Ксандра, она вот так вот с нами поступит. Она все знала. Она короче, ладно, все, проехали. Я не могу... Заперто. Да, мы сейчас пробьемся. Я так доверялся этой подружке Лукаса. Так доверял. А она вот так вот с нами поступила. У тебя получится, Нек! Тяни! Мы столько с ней прошли. Ну ладно, что это я о ней? Ее сейчас нет, поэтому... Мы как раз сможем пролезть. Конечно. Я-то смогу точно. А ты не знаю. У тебя... А, он тоже пролез. Он, в принципе, тощий. Тут что, тайник? Проход куда-то. Ага. Опыт всегда. Похоже на древнюю тюрьму. Ну, кстати, да, что-то есть такое. О, монахи. На, одного порезали. Его же клинками. В ящиках полно деталей роботов. Да я вижу. Что задумал Ксандр? Что он задумал? Он задумал захватить мир. Вот что он задумал. Это тут переключатель должен быть. А, вот так вот. Значит, без переключателя, окей. Открываем дверку. Нет, это не... Ай. Давай. А, надо подойти прям. Ладно, подойду. Видели, как много охранных роботов взяла с собой Катрина? Когда откроем огромную дверь, все будет происходить очень быстро. Видели? Мы с тобой здесь вдвоем. Почему видели? Надо сказать, видел. Лукас, ты че? Здорово, ребят. Ты чё, решила меня с голыми руками напасть? О, Лукас камнями кидает. Хо-хо. Хоть какая-то помощь от него. Лукас, ну ты красавчик, конечно. Смотри, он деп сделал. Он деп сделал, офигеть. Когда я ушатал всех, он такой: ее, типа, мы красавцы. Сейчас я немножечко подрасту, реликтиков наберу, и потом вам хана. Да ладно. Серьезно, что ли? А, блин, камни надо было. Ты что, с ноги на меня решил налететь? Такой смешной. Они такие тут все смешные вообще. Давай, поехали. Монахи эти. Тайник. Тайник. Надо наверх запрыгнуть. Ага. Сейчас это сделаем. Вот сюда запрыгиваем. Уменьшаемся. А что, не поедем туда? Ладно, я сам. Опля. Кажется, это первый тайничок у нас. И всего здесь тайников 2. Эх, последнюю детальку у счетчика комбо дайте. На чё топос можно было и потом дать. Ну хорошо, я не паникую. Ну как бы, чё мне паниковать? Я немножечко расстраиваюсь, когда мне дают детали я, которого я хочу.
Очень долгое время. Ну, мужики, ну чё вы? Достали свои зубочистки. О, камнем опять лука с кумом подзарядил, оглушил. Опа. Лукас, ты почаще камни кидал. Чё вы? Ой, ой-ой-ой, щитом, чувак. Ты попковый удар, ты шлёпни, ё-моё. Готов один, точнее два, а вот и третий. Крушить. Лукас, что-нибудь скажешь? Нет, он ничего не говорит. Я слышу жучка какого-то. Где-то тут Катрина был жучок. Катрина ждет нас у горы. А вон он. Нужно как-то попасть к ней. Вот ты где был жучочек. Че, пацаны? Пробиваем. Ну давай, метни в меня. Выгуси. Значит, можно запрыгнуть сюда наверх, сломать вот эти коробки. Лукас, как ты туда залез вообще? Ты че, паркур? Щик. Интересно, подлая Эва тоже здесь? Подлая Эва, да, я думаю, что она здесь. Ты теперь ее так называешь, да? Подлая Эва. Ей, кстати, подходит. Тут что у нас? Там просто янтарь. Ага. Там, кстати, можно вроде как наверх повыше запрыгнуть, да? Да, я думаю, что мы туда сейчас и запрыгнем. Сейчас, минуточку, попробую это сделать. А, жучака, не успел я его поймать. И чё, ну запрыгнул я. А, можно вон тут, вот сюда, вот так вот, типа, хоп-хоп-хоп, чтобы быстрее было, ясно. Это не тайник, нифига, это лазейка. Вот так вот. Опля, оп, и вон туда. Ее, успел. И реликтики еще даже успел свои забрать. Фонарик, иди ко мне. Нек, смотри. Оттуда мы наверняка сможем открыть дверь. Да. Как будто их не слышно было по трубам-то. Так вот в чем дело. Ксандер их ремонтирует, приводит в рабочее состояние. Вперед! Чуваки, мастер пришел. Я вам сейчас тут все отремонтирую. Не паникуйте. Не кипишуйте. Надо было все-таки рубашечку взять. Типа с надписью инженер. Тогда бы мне, наверное, поверили. Опа. Давай их все тут поломаем, чтобы их не восстанавливали. Вот так вот. Все тут разместить. Ну, еще удар. Давай. Есть. Опа. Ты такой дерзкий, прыжковый. Ну, у всех. Ой, Сандер создает армию роботов. Пробудит их всех и приведет в рабочее состояние. Полагаю, в его идеальном мире всем будут заправлять монахи. А, я думал, камень тут можно разбить. Ну ты как бы даешь вообще. Вот тут может быть что-то. Как я с ними быстро? А что я сюда залез? Зачем? Пари. Че, кто-нибудь готов на меня напасть? В превосходном состоянии. Ух ты, как он ко мне под... А давай я так же. Во. Это все сломает нафиг. Ничего не должно уцелеть. Ни один робот. Вот так вот. Сейчас я на клавишу нажму. И запущу роботов Катрин. Роботы Катрины. Робо-Катрины. Или киборги. Кто там у нее? Ну, скорее всего, это... Или дроны. Да, это дроны, скорее всего. Киборги, это же полулюди, полю роботы. Есть опыт. На тебе, в пах! В паховую область. Ну все. А, надо увеличиться.
пальчиком так запустил кучу Катрин. И армия против армии. Вышибай дверь. Дверь он не может вышибить. Нек, я с тебя балдею, блин. Ты справился? Они на подходе. Ну дайте выйти-то уже наконец-таки. Готово. Янтарь тут висел, как будто на что-то намекая, что тут где-то есть тайник. Туда не пройти, вот сюда вот, там дверь. Я один тайник только нашел, да. Второй может быть и под конец. Ладно. Оу, нифига себе. Отлично, оглушил. Ух ты, что-то новенькое. Ничего себе, они крутые. Катрина улучшила своих роботов. Но это даже к лучшему. Блин, как приятно с кем-то вместе сражаться, слушай. Когда ты не один на поле, а со своими солдатами, ну, союзниками. Это офигенно. Каждый уничтоженный робот уменьшает войско Ксандера. Не отступайте, и мы разрушим его план. Талантики открылись. Давай посмотрим, что нам прокачать. Я сейчас хочу еще посмотреть вот это вот. Стоит ли это качать? Нокаутирующий эффект. Потащив к себе противника с помощью крюка, вы сможете его нокаутировать, нажав... Ну, такое себе усиление броска крюка. Вы сможете потаскивать к себе с броней и щитами. Ага. Значит, ладно, удар при подтаскивании. А я могу сразу вот это прокачать, пупковый? Увеличение радиуса... Да, блин, на него 6 нужно. Ладно, ускорение бумеранга. Давай, наверное, двойной удар бумерангом. Хочу вот это вкачать. Двойной удар — это всегда круто. Ну, то есть у меня два бумеранга будет. Все отлично. Поехали. Учитывая количество роботов, тех и тех, ну, в смысле, и Катрины, и... А кто это у меня так... Дерзко. А, это ты. На тебе. Сейчас я к тебе подойду. Хочу проверить два бумеранга. Раз бумеранг, два бумеранга. Да, все работает, все отлично. Ой-ой-ой. Как вас тут много. Всем досталось по граду. В награду. Готов. О, здоровый. Роботы Катрины позаботятся об остальных. Ладно, окей. Нет, нет, никакого электричества, забей. Да ты задолбал. Готово. Опля. Молодцы, Катрины-дроны. И все выжили, смотри, втроем. Нам теперь сюда. Вот это надо размотать. Ой, такие легонько перепрыгнули, и все, опыт. Через ограждение. Вот бы мне так тоже быстро перемещаться. Эй-э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 й. Ох уж этот пар. Ну я ж такой большой, что он мне может сделать? Ладно, я когда маленький. Все. По стариночке. Ненавижу вот этот пар. Просто капец как. Капец, капец. Капецкий. Стой. Я не собрал еще один тайник. Он еще и титанов чинит. Что теперь? Теперь в бой. Думаю, эта дверь открывается с другой стороны. Ага. Да, надо идти в бой. О-о-о-о. Золотой, золотой, золотой. Пай-пай-палься. Поймался. Короче, по-любому надо не допустить, чтобы кто-то в титана сел. Если он сядет в титана, то тут все разнесут в клочья. Хотя нам это даже на руки, если разнесут все в клочья. Потому что здание не останется. Все. Назад пути нету.
Нек опечалился. Давай уже догоняй. Горочка! А, нет, это не горочка. Я пропустил один тайник. Значит, глава 11, часть 2 в одиночку. Окей. В одиночку, так в одиночку. Тайников здесь тоже 2. Кунг-фу! Я промахнулся! Я промахнулся! А реликтики? Где-то должны быть реликтики? Чуваки, подождите. Подождите. О, смотри. Вон туда давай сходим. Я убегаю отсюда. Я сваливаю. Счетчик комбо, пожалуйста. Дайте мне последнюю деталь счетчика комбо. Нет, аквамарин. 2 аквамарина и 1 топус. Ну хотя бы одну деталь счетчика комбо. Ну что вы? Что вы за люди-то такие? Хорошо. Вот с этим, наверное, надо разобраться в первую очередь. Не хватает мощи, прикинь. Я 2 удара градов. Два градовых удара. Все, я... Подожди. Смотри-ка, если вот так вот прыгать, то как бы и ничего. Меня даже не палит. Тогда я сделаю вот так вот. Во, и валим отсюда. Ага. Вот таким макаром тут только, видимо, нужно пробегать, оглушая всех. Опыт, опыт, опыт. И я свалил. Александр. 3 титана в отличном состоянии. Неплохо. Подлатаем еще одного, сделаем небольшой крюк. И начнем атаку на Нью-Хейвен. Мы все расставим по своим местам. Нек, ты выжил на острове. Как выжил? Так он что же мог не выжить? Бойцы, уничтожьте это! Не дайте ему уйти! Сандер, нет! Вэви чувства проснулись, да, к Неку? А куда мне бежать? Ну, мне, наверное, наверх. Вон туда. Опля. Значит, целое еще не все пропало, да? Отцепись от меня. Там тайника у тебя случайно нет? Там он есть, куда попрыгать можно. Давай, я здесь. Ай, 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 ай. Щит. А можно в тебя... Слушай, я отбить не могу. А нет, отбил. Но недостаточно. Давай еще разок. Мне нужно, чтобы ты мне там уступил местечко. Че, тяжко? Ну, так тоже пойдет. Возможно, здесь что-то есть интересное. А, мне сюда и надо было. Подожди. Подожди. Давай обратно. Блин, фиг поймешь. Куда надо, куда не надо. Тогда надо сбегать сюда. Что здесь у нас? Тайник, что ли? Тьфу ты, блин, надо было сразу сюда заглянуть. Из-за опыта возвращался. Ну, ладно, ладно. Опля. Наверное, на трубы. Там вот кнопочку надо нажать. И дальше по трубам. По трубам. Как ударение правильно поставить? Такие забежали туда, а там никого нет. Давай закрывай быстрее. Черт! Я слишком маленький, чтобы... нажать. А где мне реликты-то взять? А, стой. Отлично. И там остался один. Ну, с одним-то я, наверное, разберусь. Ага. Давай попробуем. Вот, теперь можно. Ой, тяжело-то с такой массой. Тяжеловато. Отлично. Я бегу. Опа. Проскочил через ширинку. А ты даже не обратил внимания. Выкусил. Как я с тобой?
Один на один вообще легко. Ой, хорошо, что я в трубу вовремя спрыгнул. Там такие снаряды в меня летели. Эй, жучара, ты куда? Подожди. Подожди. Щит. Отбил. Быстрее прыгай. Фух. Адреналинчик. Ягодицы играют. В смысле, сжимаются. Не-не-не-не-не-не. Вот это вот вообще не круто, когда ты так делаешь. Пошел в пекло. 7 и 8. Все, я его отсюда увиливаю. Стой, жучок, подожди. Есть. Янтарчик нужен для щита. Да ну нафиг. Подожди. Там тайник, что ли, был? Или нет? Нет, тут нет тайника. Тайника здесь нету точно. Я только здесь могу гребсти в знатных люлях. Опа. Вроде пока все складывается. Удачно. Для меня и для Нега. Тут спускаемся. Че это? О, братский подгон. О, да. Ну че, пацанчики, разомнемся? По кунг-фуиски. Я кунг-фу. Да я стараюсь. Теперь-то это будет несложно сделать. Спасибо за реликт, конечно. Это знатный подгон. Единственное, знаешь что? Вот это собрать мне. Тайник. Я еще ни одного тайника не нашел. А, нет, один нашел, набрал тебе. Второй тайник, где же его спрятали-то? Что-то вот сегодня с тайниками все плохо. Прям мало их нашел сегодня. Даже с учетом того, что у меня есть детектор тайников. Ну, это как-то совсем. Обосрался по полной, как говорится. Пацан, дай-ка я зайду. На. А что ты мимо-то пробежал? Куда-то улетел. Ну, так тогда сделаем, чё. Вот это разбить. Туда запрыгнуть. В уменьшенной форме. Ага. Что ты ко мне тут хотел подбежать? Что-то наковылять, да? Я тебя сейчас сам наковыляю. Вот и все. Опыт-то нужен. Там талантики прокачивать надо, все дела. Нет, иди обратно туда, откуда ты выбежал. Три титана в отличном состоянии. Это страшно. Давай захватим одного хотя бы. Я бы хотел в титане покататься. Я думаю, много кто бы хотел покататься в титане. Раз мы уж на танке тут катались, то почему бы на титане не погонять? Дверь подниму. Должен. Масса хорошая. Как же круто быть большим. Это да. Мне всегда боязно, когда он так подкидывает дверь наверх. А ощущение, что эта дверь сейчас упадет на тебя, если ты там останешься. И знаешь, Негана пополам разрубит. О, спасибо, спасибо. Неуязвимость, кстати. Все, вроде со всеми тут разобрал. А нет, живой вон один. Хватит? Хватит, товарищ. Надо наверх вернуться, там вроде бы как... Ты обалдел? Как рассыпалась стенка. Вот здесь вот янтарчики я не дособирал. И может тут через щель можно куда-то? Ну, тайник бы показал мне детектор. Через щель здесь некуда. Роботы сверху вижу. Сейчас они, да, они опустились. Они опустились. Ворот. Не надо вот это. О, роболом. Достижение дали. Ничего себе.
пока электричества нет, надо его со всех сторон. Готово. Дайте я передохну немножечко, чай попью и продолжим, ребят. Опять показываешь свои пинты крутые. Типа, что ты можешь метать его, да? А сейчас к тебе подойду. Но в пузо тебе хочу дать. В пузо. Вот и все. 4 удара, и ты... И ты никто. Ты металлолом. Груда металла. Жестяная баночка, которую вскрыли. Реликтики, реликтики. Вот. Побольше давай еще. Сейчас почти 4 метра я ростом. Это очень круто. Мне уже некого бояться. Ты кинул свой щит? А если я тебя не верну? Какой-то Капитан Америка тут показался. О, блин, как они с этого ракурса круто смотрятся. Они такие блестящие. Красивые. И такое ощущение, что сейчас кто-то в него сядет вот тут. О, здорово. Здорово, пупсик. Хватит. Хватит в меня стрелять электричеством. Почти добил. Вот так вот тебе. Башню все... А, башня взорвалась. Блин, был момент крутой, когда можно было башню подбирать этого робота и кидаться. Но тайник, где-то тайник. Где-то здесь есть тайник. Вот он. Второй сундук есть. Ну, слава богу, хоть в какой-то главе я собрал все сундуки. Здорово. Это топаз, и как бы обломись ни аквамарина, ни последние детальки счетчика Хомба. Ах, трудно, трудно жить с таким рандомом и сундуками. Нам кажется сюда. Ой, я прям вот возле них, прям вот капец как. Ну... Я тебе не буду напоминать, если ты смотрел все серии, ты знаешь, что мы в одном Титане уже полазили немного в разломанном, но тем не менее полазили внутри, в его кишочечках, в одной из серий. Так значит, ты напал на них? Конечно, напал. Ты знала, что они помеха, но поддалась эмоциям. Нет, я просто поддалась тебе. Наш основатель хотел не этого. Эва, Мариус основал наш орден, чтобы править миром. Ты знаешь это. Подожди. Со временем ты убедишься в моей правоте. Когда монахи займут подобающее место, ты не вспомнишь об этих ребятах. Что ты сказал? Нек и Лукас мои друзья. Я твой друг, Эва. А эти ребята... Они никто. Хватит, Ксандер! С меня хватит твоих планов, твоих амбиций и вранья! Все! Выкуси, Ксандер! Так тебе! Сделала то, что должна была сделать. Прощай, Ксандер. Эва! Ты сделала выбор, Эва. Я сделаю свой. Так, мы выдвигаемся. Что готово, берем с собой. Остальное бросим здесь. То есть Эва — это не дочка его, раз он сказал, я твой друг. Правильно? Это типа они просто знакомые? Хорошие или что? Я думал, что это дочка Ксандера. О, привет, Эва! Ты должен остановить Ксандера, Нек! Легко сказать, когда у него титаны проснулись. Ай, вечно я в какую-то жопу попадаю.
А что это? Какая у нас? Глава 11, часть 2. Ладно. Мне просто кажется, что я уже заигрался, и серия будет очень длинная. Да вы чуть-чуть на меня прыгаете? Вам бежать надо при виде меня. А они тут прыгают. Я сейчас отхаваюсь, и вообще титаном вашим будет хана. Я буду как самый огромный титан, наверное. Ты посмотри, какие обезьянки маленькие, а? Своими зубочистками тут щекочут меня. Вот, поднимемся повыше. Размер имеет значение, да, Нек? Ох, как он их. Давай на руки. И бошку ему оторвем. Опять от него убегать. Ну, ё-моё, колоссальная угроза. Снова. Да ты чё? Где-то я уже видел. О, он с ракетами. Обалдеть, он в этот раз стреляет ракетами. Я-я-я. Чуть себе. Как-то этот робот перебарщивает, мне кажется. Ой-ой-ой-ой-ой. Я бегу. Заворачиваю, дальше бегу, кажется, сюда. Я увидел тайник. Вот он тайник. А, это дверь. Нет, здесь тайников нет. Какая мощная большая рука. Я тоже себе такую хочу. Подожди, я сейчас подрасту и наковыряю тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, назад. Растоптал меня. Растоптать. А, могу ломать? А теперь могу, да? Вот. Вот как их еще назвать? Кроме как не козлами. Почему раньше оно не ломалось, когда я бил его? Пуховый вам. Вот вам, пупочный. В массы. Разрешите, я тут полежу немножечко. Вот так вот. Опаньки. У меня два талантика, это здорово, но сейчас времени нету их распределять. Нужно бежать. Наверх. Ох, 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 а куда, 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 куда? Мне тут надо с ним... Уменьшаемся. А, вот теперь есть возможность наверх. Есть. Нек, там должно быть много реликтов. Я бегу. О, да. О, то, что нужно. О, здорово как. Офигенно. Крушить, нафиг, все ломать. Кажется, тут тайник. Да, здесь тайник. Типа вот сюда запрыгни. А теперь сюда. Где-то он здесь. А, во! Нифига себе, его запалил. Пока здесь возможность есть побродить, типа тишина такая, да? Нам засунули сюда сундук. Тайничочек. Эй, нашелся. Нашелся ты, закопался-то как, а? Высоко-высоченно. Еще топос. Вы достали. Ну дали бы хотя бы аквамарин. Я уж на аквамарин согласен. Я уж забил на этот последний аксессуар. Открываем двери. Да ты выбить с кулака можешь их. Чё ты поднимаешь? Неужели так тяжело? Такая дверь тонкая. Картонная, я бы сказал. Опля! Как реликтики разлетаются. 3-4 титана? Да ну нафиг. Да ну нафиг, 4 титана. Вы серьезно? С ними будет очень тяжко, я тебе хочу сказать. Если они вырастут достаточно... Достаточно огромным размером не стану. Теперь монахи ответят за все. Куда это вы полетели? Что-то как-то так аккуратненько к краю подхожу. Оу. Неплохо. Но я теперь с
слишком большой. Файт! Эй! Куда пошел? Убегай. Он зассал, слушай. Он реально зассал. Я тут сейчас всех размотаю. Куда это ты попрыгал? Дружочек, пирожочек. Можно вот сюда, кстати, смотри. А, ну мне сюда и надо, в обход. В обход идем. Уменьшится? Нет, только не уменьшится. Я такой здоровый не для того, чтобы... Хорошо. Меньше слов, больше действий. О, Эва. И тайник где-то здесь. Где-то здесь спрятали тайник. Вон, вижу. Вижу вот тут вот проходик. Сейчас посмотрим. Держим кулачки. Опять топос. А, аквамарин есть. О, здорово. Аквамарин, конечно же, возьму. Осталось еще два реликта аквамарина. И новый скин у нас в трусах, Эва. В наших карманцах. Окей. Вы думаете, что вы мне сделаете что-то? Я вас просто растопчу вот так вот, и все. Прыгни кому-нибудь на башку, Нек. Там канат как раз. По канату спускаешься и бошку рвешь. А, дверь закрывается. Ё-моё. А, ну вот, сейчас будет типа... Типа крутой файт. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это да. Нек, ну ты красавчик. А прикинь, что будет, когда я буду размером с этого титана. Он насквозь пробил. Нек, торопись! Эва, подержи дверь, пожалуйста. О, голова. То, что нужно. Юх! Это было щикотно очень. Нек, я так рада, что ты цел. Да ты что? Я тоже рад. Я думаю, что здесь пора остановиться, потому что серия растягивается очень и очень на длинную. Поэтому, если понравилось, то ставь лайк под видео, подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующий ролик по крутым играм, на котором мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи!